И всем привет, друзья! Сегодня я с вами, Фарен Фокс. Ну а в этом видео, наконец-то мы дождались, и это должно было случиться. У нас произошло манго. Ну, перед тем, как мы пойдем к видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк, друзья, чтобы не пропускать новое видео. Погнали к видео! Погнали! Но я сейчас достану крышечку, я вам покажу. Не буду перематывать, может быть, получится без перематки. Вот так вот. Ну, оно, конечно, тяжело так-то делать. Я его так заклеил, чтобы, как вы видите, был парниковый эффект. Я вам, конечно, на видео забыл сказать. И вот оно, наше красивое, начало вылазить, друзья. Вот какое красивое. Толстенький столбур для такого растения. Поднялось и видно листики, друзья. Вот так вот. И значит, оно скоро будет уже расти. Можете сейчас постоять и кинем, красивенькие листики будут. Примерно через недельку они точно уже будут большие. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Ну, это должно случиться, друзья. Вот, ну и да, по нашей традиции, друзья, как вы знаете, мы будем следить за нашей манго аж целую неделю, друзья, и посмотрим на прогрессы нашей семечки манго, друзья, как она проросла в данный момент, это был первый день, потом на четвертый, как она уже подросла, и наконец посмотрим, как она уже выросла за эти 7 дней, друзья. Ну что ж, погнали, думаю, сразу к четвертому дню и посмотрим, как же она подрастет, друзья. Погнали! Ну, а это, друзья, наш четвертый день. Ну, в общем, вот так вот оно подросло. Получилось фоткать, видео я не смог заснять. Вот так вот. Посмотрите на седьмой день. Ну и вот, друзья, как подросло наше манго спустя еще 2 дня. Точнее, наверное, 3. Ну, я, честно, не помню, друзья, так вот вам скажу. Я сейчас написал именно здесь, на монтаже. Вот так вот подросла наша манго, друзья. Она отпустила лист, и точно в следующей серии мы посмотрим, как он расцветет. Еще не расцветет, но он будет очень красивым. Стопорить, друзья, не буду. Вот как он подрос, друзья. Тут там положил монетки для красоты, вот тут еще листья он попускал. И буквально через недельку он 100% уже должен пустить этот большой лист, который у него, как видите, уже есть. И он будет реально уже большим, друзья. Но мы посмотрим. Ну и наше, друзья, видео подходит к концу. Всем пока-пока, друзья. Встретимся в следующем видео. Пока-пока. И посмотрим, как он подрастет. Вот так вот.